Black White 7. И это со мной сегодня, конечно же, кто? Lazy Youth. Да, и это его третий аккаунт. Это его третий аккаунт, вот этот да, вот. Да, это не моя основа. У него есть основа там шикарная, я могу даже показать, может быть. Да, у меня есть по факту одна основа, но вторая, которая... Это которым я вообще тоже хотела ее вызвать. Вот, Nice Act 381. Это его так на основа. А да, вот его основа Дима Яшкин. Да. Дима Яшкин. Смотрите, вот. То, что Дима это отсылка к игроку ХК Динамо, но сейчас он играет в Аризоне. И его зовут Дмитрий Яшкин. Ну да. Вот его АК. Да, кстати. Кстати, вот мой тег, если что. Тег показал. Ничего. Пусть добавляют. Надеюсь, не прилетят друзья. Ну, могут и прилететь. Ну, ладно. Ну, да. Так, мы сегодня играем парное столкновение. Да. И я, наверное, сыграю за Колет. За Колет. Колет. Я называю за Колет. Может, лучше ее будешь называть Котлетой? Когда в том... Иногда я называю Котлетой, но сейчас называю Колет. Да. Помнишь, раньше, когда только выходила эта Колет, ты все думаешь, что на самом деле ее название Котлета. Да. Да. А, капец, короче, я понял. Короче, я понял. Котлеты и все называли. Ну, БС... А, блин, тик. Давай я пока что без тебя набью 30 кубков, потому что мне чуть-чуть не хватает до квеста. Ну да. 30 кубков с тобой набью, а потом с тобой сыграем. Так, изи. Ну ты аккуратней. Я тут поаккуратней. Сложно против не стоял и голову. Опа на. Давай, один урон. А то что, 5? У него 5 хп. У него 5 хп. Я его практически убил. Да. Подожди, но не могу. Он меня видит. Извини. Но я не смог тут просто выпустить. Но. Так, сменю бравлера. Может, я за Котлету сыграю. Кстати, этому аккаунту у меня 1 год, и на нем до сих пор нет леги. Вот что хотел сказать. Да. У него есть аккаунт под названием Стаскапион. Угу. 44 бойца. Подмечу, сколько там лег. Ну, вот если да, что, его аккаунт, он вышел почему-то из этой лабы. Ладно, сейчас. Так... Быстренько сыграем, да, в принципе. Да, он сейчас набьет 300 кубков без меня. И потом мы вернемся. А я пока что просто поиграю, понабиваю кубасики. Вот, кстати, мои кубасики. 10 тысяч нафармил. 10812, точнее. И 200 кубков до мегаящика. То есть, точнее, 190. 11 тысяч. А на моем основном аккаунте скоро будет, получается, 16 тысяч. Вот, покажу сейчас основной аккаунт. Можете меня добавлять, друзья. У меня там 180 друзей. Вот он. Это моя основа. Я в шоке. Что основа? Ну, то есть, О4 YouTube. Я хочу переименовать его. Это основу. 60 генов сначала накопи. Ага. 60. Кстати, я не знаю, позорно ли это будет, но у него раньше вместо Леона был ник Ганфлад. Ага, я позорный. Позор Матвею. У него, кстати, был раньше ник вместо Димы Яшкина Горбун Ютуб. Да, это мой старый Ютуб канал. Да, вы помните его, я думаю. А, блин, тут Шелли уйдет. Шелли, я тебя ненавижу с таким. Да, мы записываем, и сейчас у него Шелли. И Lazy Youth. Lazy Youth. Ну, я подвечу как White Bear, потому что, ну, не знаю, это название легче писать. С меня Black White
7. А, блин, откуда ты вылез, Барли? Вы видели его? Я вообще такой уже, знаешь что? Я уже запутался в своих раундах, честно. Я тоже, на самом деле. Реально жестко запутался уже в них. Так, потому... генерал. Я помню, как это я однажды прихожу в школу, и мы раньше, не знаю, помнишь ли ты или нет, а что за фигня? Что? А вы видите это? Что это? А, блин, у меня заблокированы были смайлики. Не знаю почему. Ну и чё, раньше чё? Раньше, помнишь, как мы приходили в школу еще, когда были, как его, оградило с генерал Гафсом. Мы тогда называли генерал Рафс. Все игроки называли генерал Рафс. Но... Да, просто я не знал абсолютно, как его правильно называть. Навсегда. Как то же самое с колец. Все называли ее котлетой. Ну и до сих пор некоторые называют. Ну, я не называю котлетой. Не знаю. Потому мне больше нравятся макароны с сосиской. Разрывная. Ву-ху. Он орёт что-то там. Блин, и мы проигрываем. Круто вообще. Мемчики в чат. Как называют? Ой, ко мне пришла моя маленькая. У меня есть чёрная кошка Юня, ну и Федя коричневый. И когда я придумал название канала, ко мне прибежала Юня. У меня есть ещё одеяло, тут вот лежит. И вот. И кошка ко мне вот так вот залезла, и типа White Bear. Ну типа White... блин, я запутался, White Bear, блин. Мемчик чат. Не это, Black White, а то есть черно-белое 7. Да. Мемчики вошли в чат. Как говорят дети в Иране при виде американского солдата? Ну что? Так, я за Вольта играю, если что, пока что. Кстати, когда Матвей, помните такой, да? Я, кстати, не могу сейчас сделать обложку на этом канале. Я не знаю почему, потому что у меня нету логотипа, типа, сделать обложку. Я не знаю почему. Так, короче, там можно покопаться в разных ситуациях. Можно еще в творческую YouTube, он как-нибудь там покопаться. А, блин. Я творческую студию YouTube еще не скачал. Ну, скачаю. Да. Скачай, обязательно. Так, и сыграю-ка я, пожалуй, за Байрона. Ну все, пожалуй, квесты набил. Отлично, супер. Разблокированы квесты. Че, у тебя дофига их? Да, пожалуй. Их очень много, и хватит примерно до 20 уровня. Я тебе отвечаю, мне хватит до 15 уровня. Тут Гейл есть. О, ну, вот смотри, тут вот Гейл есть. Покажу. Мы на видео с Альдер общаемся, потому что я ему сейчас покажу постер. Угу. Постер от интересный. У него там дофига квестов, я говорю. Да. Честно, я не вру, у него там дофига квестов. Моё любимое. А, блин! Всё, Громик, уходи, Громик, пожалуйста. Слушай, он мне... Да банки даже можешь не под... Ну ладно. Знаете, какой прикол мне сделал недавно в White Bear 6? У меня дуэли открылись. Дуэли? У меня дуэли открылись. Они... С 300 круг... 300 кубков, получается, не открылись в дуэли, да? Точно 300? Скажи, точно 300? Отсосило тракториста. Все, что у меня. Типичный, блин, школьный разговор. Спасибо, мне две баночки отсыпал. Воу, сколько?
нам Брау-Бол? За короной исцелить 50 тысяч. Тысяч выиграть будет. Это просто. Ты не знаешь, что у меня сейчас происходит. Не только, не за персонажика, ну давайте-ка за 100, во. Мой, кстати, предпоследний персонаж, Юнюша, иди сюда. У меня последний персонаж, который выпадает, это Вольт, и он выпадал давно. То есть, понимаете, да? Он выпадал мне давно, а 100 я набивал вот... Ну, 800 кубков за полгода, это, конечно, плохо, но все равно. Я 800 кубков набил за несколько дней. Ну, к тому же, почему я не набивал кубки тут, я полгода назад набил 10 тысяч кубков. Ну, чисто вот так вот. Что имеем, что имеем? Пэм, вы уходите. Пэм, что ты делаешь, Пэм? Оттуда, тиммейт, Брау Сасер. Как тебя зовут? Ну реально, ник Брау Сасер. Уходи, все. А мне честно пофиг. А мне честно пофиг. Мне так всегда друзья говорят. Мне пофиг. А мне пофиг. Кстати, знаешь, что он это, я кидал ему приложение, то есть, не подумайте ничего, ты куда вышел? Ладно, всем спасибо за этот видос. Я реально говорю, все, пора заканчивать, 10 минут. Всем спасибо и всем пока-пока.